В начале недели сайты нескольких российских вузов подверглись хакерским атакам. В их число вошли Уральский, Красноярский, Томский, Иркутский, Кузбасский и Новосибирский университеты. Досталось и порталу Казанского университета. Сайт был недоступен несколько часов. Ну, мне кажется, эта атака была приурочена к началу приемной кампании. Вот. Прям в день практически она началась. И началась практически по всей стране. Временное ограничение доступа к сайтам вузов серьезно не повлияет на абитуриентов. Подать документы по-прежнему можно онлайн, через портал, госуслуги или лично. Сейчас мы активно настраиваем наши фаерволы, общаемся с коллегами из других вузов, с технологическими партнерами, с регуляторами и, в частности, с ФСБ и ФСТЭК. Ранее хакерской атаке подверглись сайты российских ведомств. Так, в начале июня сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России подвергся взлому. Хакеры потребовали выплатить 0,5 биткоина до 7 июня. Валерия Носкова, Универньюз.